Ну что, дорогие наши зрители, с пятницей. Это значит, впереди не только выходные, но и время нашей уже доброй и вкусной традиции. Подводим, как обычно, итоги розыгрыша на самого активного комментатора. Ну а перед тем, как назвать имя победителя, еще раз напомню, комментарии мы выбираем под тем сюжетом, который за неделю набрал самое большое количество просмотров. Чтобы стать победителем розыгрыша и забрать вкусный подарок, нужно всего лишь оставить комментарий под одним из наших сюжетов в YouTube, а дальше уже дело за генератором случайных чисел. Он определяет победителя, и если им окажетесь вы, вам гарантирован приз от нашей компании и возможность высказаться в эфире. А сегодня, 18 августа, победителем становится Марина Козлова, с чем мы вас и поздравляем. Наши коллеги уже написали вам сообщение о том, как забрать свой приз. Поэтому проверяйте новые сообщения уже сейчас. А вам, дорогие подписчики, мы еще раз напомним, что итоги розыгрышей на ЗАПТВ доступны в нашем телеграм-канале. Поэтому оставляйте нам маленькие признания в любви в виде лайков под сюжетами в YouTube, пересылайте ссылки друзьям. Будьте щедры на комментарии. Это поможет в продвижении нашего канала. Ну и оставайтесь с нами. Нам очень нужна ваша поддержка.